Ну что же, продолжаем с той же миссии, где мы закончили. Это вторая миссия. А герой думает, что это конец его путешествия, но нет. К сожалению, нет. Ну, к его сожалению, нет, а к нашему счастью. Потому что если бы в игре было всего два задания, это было бы смешно. Так, берем наш маузер. Ну и все. Мы готовы воевать. Это будет миссия по стелсу. Надеюсь, у нас по стелсу это получится. Потому что это очень шаткий стелс такой. Одно неверное движение, и все пытаются тебя убить. Вот, только что вы видели значок звука. Когда он появляется, это означает, что мы можем стрелять из нашей снайперской винтовки бесшумно. То есть что-то ее заглушает. Все, снайперов больше нет. Одной проблемы меньше. Теперь мы один снайпер на этой территории, да? Это наша зона, мы ее обстреливаем. Теперь главное легко, спокойно перестрелять всех остальных. Главное, чтобы это было тихо под шумок, а то могут быть проблемы в случае ошибки. И самое главное не топать, а то они очень ушастые. Странно, что они наше дыхание не слышат. Этого отсюда лучше унести. Так. 135 метров, хорошо. Надо было, конечно, этого пристрелить, но под шумок мы не успели. Хотя успели. Все хорошо. Он зашел за ограждение, никто его тут уже никогда не найдет. К сожалению, винтовок с глушителями на Второй мировой войне еще не появилось, поэтому делаем, что можем, как говорится. Да. Кто-то видел? Мне показалось? Нет, мне послышалось явно, да? Да. По-моему, тут было всего двое. Тут ведь никого больше нет, да? А то я сейчас могу очень хорошо попасть. И не из винтовки, а просто попасть. Двое еще, да? Двое из ларца. Окей, давайте.
Дайте шум, пожалуйста. Спасибо. Вот это я называю стелс. Я не буду рисковать. Вдруг тут кто-то еще есть, а если я побегу, то он меня сразу услышит. Это кончится очень плохо, я не хочу. Тут можно было взрывать кого-то, господи, это же стелс-миссия, ну, бесшумно. Хотя, наверное, взорвать тоже можно было бы бесшумно, скорее всего. Скорее всего. Хорошо, вторая часть миссии. Нужно заминировать парочку точек. Тут тоже можно все сделать по стелсу. Попробуем. Может быть, даже получится. Лучше, конечно, да, наш пистолет. Он всегда бесшумен, а не только когда всякий шум случается. Так, первая точка уже близко. У вас тут слишком много народу. Не слышали? Молодцы. У вас хороший звук. Следующая точка. Следующая точка неподалеку. Ну, этот чувак идет сюда. Ну, хорошо. Не к добру. Блин. Совсем плохо, совсем. Что, психи, что ли? Вы психи, ладно.
спустите и... Окей. Пока что враги получили. Но это было слегка не по стелсу. Вот видите. Чуть-чуть шума не дождался. Чувак меня запалил, и все, и все. Нужно было как-то это более хорошо, видимо, спланировать. Но как получилось, так получилось. Главное, что мы живы. Да. И что может быть дороже жизни снайпера? Жизнь хорошего снайпера, да? А мы вполне себе неплохой. Там чувак появился только что из тумана, да? Ну ладно. Вышел немец из тумана, вынул ножик из кармана. Так, и последняя точка. Патроны. Как будто я пулеметчик, а не снайпер. Мама. Уходи. Боже, какой мощности этот пистолет. Чувак сделал сальтуху от попадания в голову ему. Это очень страшная вещь. И его не видят, да? Судя по всему, да. Тут же шума не будет, да, никакого? Похоже, что нет. Это плохо. Ладно, он просто отдыхает. С ним все хорошо. Может быть, они свалят? Их стало больше. Окей, хорошо. Выстрел. Ну, тут хрен в них выстрелишь. Подождем. Ну, если он этого чувака заметит, я его быстро пристрелю, ничего страшного. Да, молодец. Да-да, вы здесь не одни, прикиньте. Да уж. Мощный пистолет, но точность вообще в жопе. Ну, то есть они знают, что мы тут, но они не знают, точно ли мы тут. Поэтому даже никакая тревога не поднимается. Опять же, это очень странно, но что есть, то есть. Тут же никого нет, да? Да, никого. А может быть, он покончил с собой. Сразу снайпер, убийца. Подумаешь. Он понял, что их дело... неправо и решил покончить с собой. Все нормально. А кто это вообще говорит? Где они? Там... А, там кто-то есть, вон. Блин, где? Ну, пошли к черту. Это я его так. Ха-ха-ха. Главное не палиться. Скажу вам по секрету, эта миссия все равно заканчивается тем, что нас ловят и пытаются убить. Но мы героически с этим справимся. Давай, давай, найди меня. Шоу «Найди меня» называется. Ну что, отличная была бы тема, знаешь? Там, Карл, мы нашли того снайпера, которого вы искали с 45-го года. Вот он, в студии.
Отличный был бы шоу. Ну а что? Там же вон находят всяких людей. И через 50 лет, и через 60. И вот тут то же самое. Да отстаньте вы от меня, я хороший. Ну, снайпер я не очень хороший, но в принципе я неплохой. Да. Тут можно, кстати, что-нибудь растяжкой, например, вот так вот сделать. Так, а так нельзя, блин. А я хочу что-нибудь растянуть. Просто тут появятся враги, это я помню, поэтому вот так вот. О, нормально. Возможно, подорвутся даже. Мало ли. Главное мне там не подорваться потом. Хотя я не знаю, можно ли это сделать на нашей же растяжке. Может быть и можно. О, видите, вольно все. Они меня не нашли и расслабились. Ох уж эти немцы, господи. Уж кто-кто, а немцы явно расслабляться-то не должны на войне. И вот, сейчас нас спалят. Ученых нигде не было, но я продолжал поиски, надеясь обнаружить зацепки, которые помогут мне до них добраться. Все, в принципе, мы можем уже сваливать, но нужно их добить. Ладно, они тоже уже убегают, поэтому побежим им.
Откуда? Как вы понимаете, это еще не все. Мы не смогли сбежать. Ну ладно, давайте еще раз. Просто в данном случае лучше пытаться сбежать как можно быстрее, потому что их там слишком много. Блин, их тут реально слишком много. Ладно. Oh!
Думаю, они закончились почти. А я хотел с ними по-хорошему. Ну, как хотите. Ну окей. 66%, боже. Нужно качать скилл. То что-то уже совсем. Ну давайте еще одну миссию пройдем. Одну же миссию за серию, это нехорошо. Продолжить. Теперь я был вынужден импровизировать. Никто из разведывательного подразделения не сказал мне, что Швайгер наш друг. Он мог мне помочь. Нужно было обязательно его отыскать. Была лишь одна проблема. Берлин больше не был городом призраков. Русские прорвали оборону немцев, и сейчас их бронетехника направлялась к месту заточения Швайгера. Фрицы окопались на музейном острове. Я был бы рад дать им там сгинуть, но мне нужно было выиграть время, а значит, я должен был помочь им затормозить русских. Мой план был очень дерзким. Взорвать мост выстрелом с крыши музея и остановить продвижение танков. Затем, пока Ганс и Иваны будут рвать друг друга, я смогу проскользнуть в город и добраться до Швайгера. Ох уж этот Швайгер. Ну, ему повезло, что мы его не, нашли, иначе мы бы его пристрелили. Вот, в этой миссии нам дадут нашего Мосина на винтовку. Но я ее возьму, когда я возьму ее в миссии, собственно. Чтобы все было канонично. А то нам взяли ее, сбросили. А мы такие, да зачем она нам? Нехорошо будет. Так, ладно, все, начинаем. Давайте начать. Чего бы нет. Тут уже будем отстреливать наших товарищей. Ну, которые русские товарищи. Да. Буквально товарищи. Там вражеский снайпер, товарищ. Вон он. Понятно, я хреновый снайпер. Там еще были товарищи снайперы. Ну хорошо, ладно. Давайте. Тут уже могут быть проблемы, конечно, посерьезнее, да. Самый умный, да? Вот он меня видит. Я его не вижу. Это нехорошо. Не по-людски это чувак. Совсем не по-людски. Вот теперь по-людски. Теперь все хорошо. Продолжайте.
Закончились. Уж тут, поверьте, по стелсу было бы не пройти. Тут даже шума никакого не было. Просто вот такая... Нет, я сомневаюсь, что можно было по стелсу. Просто вот, скажем так, на нормальный стелс, ну то есть огибать врагов там как-то, на эта игра вообще, к сожалению, не рассчитана. Только бесшумные, очень быстрые убийства и все. Тогда нормально. Тогда это получается, да. Там уже никого не осталось, да? А, осталось. Я лучше подойду поближе. Опять же, если брать самую скорострельную винтовку, а тут, по-моему, есть, типа, как это называется, полуавтоматическая, да, то есть после каждого выстрела она не перезаряжается. Но у нее очень маленькая точность и дальность стрельбы, само собой. Вот это патрончик. Да, то есть из нее нужно бить... Ну, либо если ты прям вот великий снайпер, и ты прям, вот прям можешь нормально стрелять. Либо стрелять с очень близкого расстояния, что для снайперской винтовки слегка глуповато, что ли. Но такая есть, да. Я ей никогда не пользовался, потому что мне такое не особо нравится. Где принимают брошенное оружие? Комиссар хочет, чтобы его на грузовике отправили в Принцлау. Что внутри? Только снайперская винтовка. Странно. Это винтовка для нас. Это как раз Мосина, да. При том, что это русская снайперская винтовка. Боец убит! Серьезно? Обнаружен противник! Блин. Чё я делал? Понятно. Это чё-то как-то вообще жестко. Где принимают брошенное оружие? Комиссар хочет, чтобы его на грузовике отправили в Принцлау. Что внутри? Только снайперская винтовка. Странно. Вот он! Идите нафиг. То есть это винтовка для нас, но вот эти типы ее решили себе, видимо. Хотя что значит себе? Боже, это Мосина, это наша снайперская винтовка. Ну, советская. Да, то есть... Чему они удивляются вообще? А вот то, что мне скинули советскую снайперскую винтовку, это странно. Ну, ладно. Типа, почему бы нет, да? Наверное. Боже, почему снайпер не умеет, например, ходить? Он только бегает. О, это было золото. Он только бегает почему-то. Либо ползает, либо бегает. Нет, чтобы просто спокойненько так пройтись. Главное, чтобы бесшумно. А то снайпер, по-моему, ведь, да? А какой-то он очень уж дерзкий. Шумит. А, тут никого нет, да? Будет подкрепление. А потом мы возьмем Рейхстаг. Да, вы возьмете. Я знаю. Я это видел. Я это знаю. Но вы вот именно не возьмете вообще ничего, простите. Граната! Сорян, братва. Вот Мосина, да? Винтовка Мосина образца 1891 года. Красавица. Русские определенно умеют делать снайперские винтовки. Они, наверное, очень удивились, когда на них упала эта снайперская винтовка. Ой. Ладно, берем.
Это же сюжетная игра, да? Все по сюжету. Все по тайным документам. Как говорится, да-да-да, все так. Все так. Так, я вообще где? Мне вообще куда? Мне сюда, вот хорошо. О, кстати, вон там. Командир. Где командир? А, вот командир. Отчитывает своих людей. Мол, охраняйте мост, не пускайте снайперов. Они такие стоят. Блин, в разрушенном городе. С оружием. На спине висящим. Что за идиоты? Ой. Ну ладно. Мы их убивать не будем. Это, в этом смысла вообще никакого нет. Типа. Пока. Мы же сама бесшумность. Мы как ниндзя, только снайпер. По-моему, ближнего боя в этой части не было. По-моему, в третьей появился какой-то ближний бой. Там то ли ножом можно было убивать врагов, что в принципе логично. Почему я должен подойти в упор, чтобы кого-то застрелить? Есть ножи, другое оружие. Холодное. Но нет. По-моему, в этой части ничего такого нет. Ну, по-любому, тут ничего такого и не требуется, потому что если ты к кому-то подошел в упор, это заканчивается обычно плохо, да. Поэтому у нас есть наш пистолет. Наш черный длинный пистолет. Вот это типа не громко? Это громко, блин. Это нечестно. Вы офигели? Я понял. Ладно. Да вы чокнутые, народ. Кто так делает? Даже когда шел по стелсу, без разницы. Но я не буду из-за этого непонятного момента загружаться с контрольной точки. Я вообще ни в чем не виноват, так что нет. Зачем? Игра не очень логичная, так что, к сожалению. Ищите сколько хотите. Найдешь, нашел. Блин, из этих снайперов. Так, да дайте-ка все-таки. Ай. Отсюда, хорошо. Конечно, вот хорошего-то. Откуда вы меня стреляли, а? А, понятно. Вот сейчас нормально, да? Да, сейчас все хорошо. А то это, по-моему, уже перебор. То есть я из-за того, что игра сама не может со своей физикой дружить, должен страдать, да? Нет уж, спасибо, не хочу. Блин. Так, ладно. По-моему, он меня заметить идти был не должен, а? Вам так не кажется? Ну, хорошо, ладно. Учту, учту. А то, опять же, это снова все по стелсу, и я не хочу не по стелсу. Поэтому давайте более точную политику изберем. Но его лучше убить, когда он будет здесь. Наверное, да? Пройди мимо, пожалуйста. Как хочешь. Я тебе предлагал. Ты отказался.
кто-то есть? Никого нет? Я не верю. А, кто-то есть. Больше нет. Так. Зря ты так. Как хочешь. Понятно. Что-то с этим стелсом тут совсем не то. Хорошо. Да. Печально, печально. Серьезно? Ох-ох-ох. Все очень-очень грустно, господа. Еще и выжил, гад. Боже, даже если его не убивает один патрон, я попал ему в грудь. Он так вскочил бодренько, как будто каждый день таким занимается. Ты же пойдешь сюда, чувак? Под ним все-таки не пойдешь, да? Ладно. Окей, но меня он пока не видел. Хотя бы так. Ну, теперь вообще не... О ком вы вообще? Кто-то есть? Никого нет? Кто-то есть. Всегда кто-то есть. Пока. Не идеальный стелс, но... Чё уж. Меня, по крайней мере... О, фу, хорошо, все. Меня не запалили. Так, я хочу поставить растяжечку. Так, растяжечку я хочу поставить вот тут. Ну, нормально. Кого-нибудь дорастянул, как говорится. Thank you.
Снайперов я снял, все хорошо. А то они будут мне жизнь потом портить еще. Ну их нафиг. Так, эпичный момент. Остался еще один танк. Все, танка не осталось. Все, мне нужно бежать обратно. Ну же. Получилось. Правда, только один подорвался. Жалко. Я думал, двоих смогу. Ищите лучше, да. Ищите, да, обрящите, как говорится. Теперь мы убиваем русских из русского оружия. Нехорошо это. Не по-людски как-то вообще. Пока враги закончились, но у нас еще впереди довольно-таки веселенький отрезочек, так сказать. Там много-много снайперов в каждом окошке. Ну и вообще всяких товарищей немецких много. Так. Фугасик на все случаи жизни. Услышим взрыв, значит, сзади к нам кто-то идет. Блин, наш фугас бесполезный. Эх. Ладно, давайте еще раз. Правда, точка это будет, да, далековато. Ну ладно, чего уж там.
Ты сбежал с концами, чувак? Блин, что делаешь совсем? Промахнулся, жалко. Тебе уже не, чувак, не помогут. Так, надо наш фугас как-то лучше положить, да? Более что ли вот сюда куда-то, наверное, на угол вот так вот. Страшно. О, подорвался, хорошо. Все. Вот теперь это было правильно. Надеюсь, там больше никого нет. Не. Один герой был. Ну и тот не смог. Теперь нужно пройти через этот район, где снайпер на каждом квадратном сантиметре. И пулеметчики тоже. Зачем сразу убивать снайпера, ну? Блин. Понятно. А с такого расстояния попасть нельзя, я не понимаю. Ну ладно, эта серия будет очень длинная, потому что у нас чекпоинт все еще здесь, и он отсюда никуда не денется. Это слегка печалит, да ведь? Лежать, да лег ты! Господи. Thank you.
Все очень мрачно снова. Так, ну ладно, зато мы знаем, куда класть фугас. И что сзади только один психопат к нам прибежит. Надеюсь, так же будет все, а то мало ли. Так, я клал его сюда, да? Да. Скоты. Тут никого нет? Ну окей, ладно. Фугас остался валяться. По той же схеме. Буду меня стрелять, черт возьми. Сами сдавайтесь, нормально. Понятно, ладно. Как это вообще пройти? Я не понимаю что-то совсем. Я их не вижу, вы понимаете, нет? Ну, ладно, это будет очень длинная серия, потому что монтировать-то я ничего не буду, поэтому... Поэтому держитесь. Точность вообще в жопе.
Что-то все становится все сложнее. Фугас тратить все равно некуда, поэтому положим его там же. На случай чего. Хорошо. Точность на уровне. Только непонятно на уровне чего. Давайте попробуем зайти здесь, я не знаю. Тут же, по-моему, можно было перелезть, нет? Я точно видел, что можно было. А, возможно. То есть до выхода-то всего ничего, но это еще нужно выйти отсюда. А это задачка. Окей, минус один, хорошо. Так, я все-таки хочу вот туда. Уф, добежал. Теперь смогу спокойно осмотреться. Плохой снайпер. Это я себе. Ой. Я же в него точно попадаю, разве нет? Из него кровь льется. Хотя все это очень странно, нет? Вау, неужели? Аллилуйя просто. Но это же еще не все, да? Да. Скорее всего, это еще не все. Что-что? А. Еще один чувак с пулеметом, хорошо. Закончились. Попытаемся выпустить. Давайте. Они закончились. Пошел к черту, я уползаю отсюда. Все, все. Ты вообще где? А, вон ты там, да? Не хочу, не хочу. Живи. Живи с мыслью, что я от тебя уполз. Блин, я смогу от него уползти. А.
интересно мне, а? Ладно, не живи с этой мыслью все. Пока. Слава богу. Да, снайпер мы еще тот, на самом деле. Но тут нужна большая-большая практика, да. 71%. Ну хорошо, продолжить. На этом серию, само собой, мы закончим, да. Теперь, когда русские и немцы дерут друг с друга три шкуры на музейном острове, и у меня появилось немного времени. Я отправился на Опернплац, к месту заточения Швайгера. Меня послали его убить, а я пытался спасти его задницу. Забавные шутки откалывает жизнь. Это смешно, да. Но это мы увидим с вами в следующей серии. А на этом мы заканчиваем и увидимся в следующей серии. Да.